Насосная станция в Мартыновой бухте самая крупная и мощная в городе. Она перекачивает бытовые сточные воды из центральной части Севастополя и корабельной стороны. Затем направляет их в канализационно-очистные сооружения южные. За полвека, что работает станция, оборудование здесь не менялось и сильно устарело. В 2016-м руководство водоканала решило модернизировать станцию. Установили аппарат по грубой очистке сточных вод, новые электродвигатели, заменили насосы на низковольтные. Все это позволит значительно сократить траты на электроэнергию. Кроме того, заменили сердце всей насосной станции, систему управления агрегатами. Здесь вот как раз показываем частоту вращения электродвигателя, показывает уровень воды в резервуаре. Из нововведений – прибор учета, который показывает количество перекачанной воды на станции. Раньше эту цифру приходилось вычислять по формуле. Сейчас вся информация на панели. Вот показывает, пожалуйста. Один насос показывает 148 кубов, другой 410 в час перекачивает. Предприятие «Водоканал» в рамках участия в свободной экономической зоне потратило на модернизацию станции около 10 миллионов рублей. На эти деньги заменили силовой трансформатор и резервный источник электроснабжения. Установили и дизель-генератор. Благодаря ему теперь исключен сброс неочищенных сточных вод в море при аварийных отключениях света. Если пропадет питание, мы в течение 5 минут запускаем дизель, принимаем нагрузку, запускаем агрегаты и удерживаем уровень. То есть уже у нас почти... Ну, процентов на 80-90 мы избавились, вот, и поддерживаем экологию, вот, выбросов всяких. Похожая масштабная реконструкция ждет еще один объект предприятия «Водоканал». Вскоре специалисты приступят к замене оборудования на очистных сооружениях в поселке Кача. Анна Леготина, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Есть по месту жительства, но в основном все материальной помощью для тех ветеранов, которые... Будет вопрос, решаться или нет. В общем, дело. Очень много... Проведены обследования помещений. По результатам этого актирования все помещения признаны нуждающимися в проведении капитального ремонта. Когда-то на этом месте скапливались горы мусора. Переехав сюда из другого города, Александр Грушко решил, что хочет видеть свой двор цветущим и красивым. Так здесь пропала грязь, а на ее месте начали появляться первые деревья. Благоустраивать территорию житель двора стал и возле своего подъезда. В итоге в дворе уже более 70 деревьев разных пород. Вот уже в течение 13 лет его утро начинается одинаково. В 5 утра пробежка, в 7 начинается уход за растениями, который ежедневно занимает не менее 2 часов. В 7 часов прибегаю и... В зависимости от необходимости, от времени года, от того, что нужно, я или окапываю в течение 2 часов, или же окашиваю, удобряю, поливаю. Но поливаю ежедневно свои деревья порядка до 100 литров каждый день выливаю, ношу за 200 метров. За годы его заботы территория превратилась в настоящий сквер. Александр рассказывает про него с большой любовью. Каждое дерево здесь носит имя человека, оставившего след в его душе. А вот после рождения дочки Александра здесь появился и камень желаний. Правила просты. Для того, чтобы исполнилось то, о чем мечтается, нужно проговорить желание и прикоснуться к камню. И вот этот камень, который я установил, сделал, хотел бы, чтобы люди во что-то верили, в чистое, чтобы душа очищалась, и приходят незнакомые, прикасаются, прижимаются всеми частями тела. И вот так начинаются легенды, так начинаются мифы, и почему бы нет?
Александр обращался к местным властям для того, чтобы сквер был официально зарегистрирован. Это бы позволило подключить к уходу за территорией кого-то еще, но результатов пока нет. Сейчас все растения приобретаются только за счет Александра. Однако, будучи уже пенсионером, тратить такие средства не всегда представляется возможным. Как-то была предусмотрена компенсация. Я обращался, чтобы вот этот сквер взяли на баланс. То, что должен содержать все-таки уже готовый сквер, город взял на баланс и содержал сам, и обкашивали, и окапывали, и поливали. Чтоб не я это не моя была инициатива. Я готов наблюдать, готов участвовать в этом. Но сказать, что сил нет, есть желание. А когда есть желание, силы всегда найдутся в любом возрасте, в любом состоянии. Ежедневно мимо сквера проходят сотни людей. И за то, что они уже много лет любуются оазисом, они за мусорной площадкой не перестают благодарить Александра. В дальнейшем это будет хороший парк. Очень красивый. Каждый день здесь хожу и прохожу, и бегаю, и езжу. И приятно смотреть вот на это, на все. Нам нравится здесь гулять. Мы вот смотрим на эти кусочки, за которыми он ухаживает, и получаем удовольствие. В планах Александра разместить здесь скульптуры героев сказок. Он уже нашел мастера, но вот о цене договориться не смогли. Севастополец всегда рад любой помощи, призывает всех горожан создавать красоту и в других дворах. Верит, только совместными систематическими усилиями город станет действительно красивым и комфортным для жизни. Юлия Бауськова, Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя.